Выхожу к вам на связь. Всем приветики. Вот у нас на данный момент обстоят дела таким образом, что не день, так что-то новое. И потом вы мне говорите: Юля, не нервничай. Нет, я, конечно, все понимаю. И пытаюсь сейчас как-то себя огородить от всего этого, но оно не получается. Маме плохо, собаке плохо. Я же живой человек, у которого есть сердце и душа, и сделать вид, как будто бы это где-то не со мной, когда это происходит в моей семье, я не могу. Короче, будем наблюдать. Понятно, что если состояние будет ухудшаться, то повезем ее в больницу, ну и оставим уже под круглосуточное наблюдение.